Анонс и точная дата выхода 20 серии нового турецкого сериала «Меня зовут Мелек». 20 серия сериала выйдет в эфир 12 февраля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Халиль совершенно случайно стал свидетелем того, как его отец говорит очень неприятные слова Мелек и оскорбляет ее. Он захотел с ним поговорить об этом, но мужчина не стал его слушать. Халиль пребывал в гневе и высказал все своему отцу, что он думает. Халиль сказал отцу, чтобы он больше не смел произносить имя Мелек. Мужчина сказал, что он его отец, но Халиль же заявил, такого отца у него нет. Мать Халиль начинает понимать, что ее сын действительно любит Мелек. Она стала разговаривать с ним и спрашивает, уверен ли он в своих чувствах по отношению к этой женщине. И самое главное, захочет ли сама Мелек провести свою жизнь рядом с Халилем. Женщина сильно переживает за Халиля, и в последнее время под крышей их дома нависли черные тучи. Бывший муж Мелек пребывает в ярости, и он говорит, что теперь, если Мелек сможет увидеть своих детей, то пусть благодарит за это Всевышнего. Алпай начинает настраивать своих детей против матери и говорит им такие вещи, которые точно не понравятся. Он также рассказывает о том, что она продолжает встречаться со своим бывшим женихом. Халиль говорит Мелек, что она должна посмотреть на жизнь совершенно иначе и с лучшей стороны. Только тогда все сможет измениться. Мелек узнает о том, что нового парня Дефне зовут Однан. Напомним, 20 серия сериала выйдет в эфир 12 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!